друзья, давайте сажать ягоды вместе. Нет, мы не хотим. Я лучше на велосипеде покатаюсь. Сажаем семечко. Закапываем. Давай посадим много цветов и ягод. Ребята, помогите нам поливать. Мы не хотим. Сама поливай. Но это же весело. Появились первые росточки. Какие ягодки. Ого, сколько много ягод, Пеппа. Клубничка. Давай ее будем собирать. Но у нас не во что. Давай сходим домой за ведерком. Давай. Пока-пока, Пеппа. Беги, беги домой. А мы пока порвем все твои ягодки. Какая вкусная клубничка. Все, уходим. Пеппа возвращается. Рви побольше. А где же мои ягодки? Куда же они делись? Кто все сорвал и вытоптал? Все мои старания и труды. Так обидно, я даже не попробовала ни одну клубничку. Я чувствую боль и страдания. Пеппа сейчас сильно уязвима. Отправлю я заколдованную бабочку Акуму, чтобы она вселилась в Пеппу. Ага, никакая я больше не Пеппа, я закидашка, я всем отомщу. Отомсти всем своим обидчикам. Да, я всех закидаю. И замараю. Ой, Пеппа превратилась. Получайте, вот вам. Получайте. На, на. Зачем мы ее обидели? Что мы наделали? Не надо. Какой кошмар. Помогите. Я догоню и всех замараю. А ты что тут прячешься? Ой, за что? Всем от закидашки попадет. Прячем динозавра за кактусами. Пикник устроили, вот вам. За что? Просто так. Я хочу, чтобы всем было плохо и все были грязные. Мне кажется, требуется моя помощь. Я леди Свинка Бак. Абракадабра! Нужно изгнать демона! Лети, бабочка! Ну что, Пеппа? Теперь ты расколдована. Да! Прости нас, Пеппа, мы больше никогда так не будем. Возьми свою клубничку обратно. Какая вкусная, очень вкусная клубника. Ням-ням-ням. Опять у меня ничего не получилось из-за этой леди Свинкобак. В следующий раз я еще что-нибудь придумаю. Как хорошо, что все хорошо кончается. Подписывайтесь на наш канал и смотрите наши приключения. Какой кошмар. Неужели это все мне убирать? Такой маленький, а столько много какает. Он нам весь дом уже обкакал. Ну что, детишки, признавайтесь, вы забрали чужого котенка?
Ой, котенок! Джош, давай заберем его домой. Давай! Ура! Странно, где-то я уже видел этого котенка. Ла-л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 а. Кто это плачет? Это же Макс и Катя. Ребята, что вы плачете? У нас котенок убежал. Ну не плачьте, выходите. Давайте обратимся к Карине, ламповой няше. Она про кошек все знает. Здравствуйте, дети. Что вы хотите от меня? У нас котенок потерялся. Маленький, как моя рука. Напишите объявление, что потерялась Мурка. Объявление. О, объявление? Это же тот котенок, которого Пеппа нашла. Нужно срочно бежать. Киса, киса. Пеппа, Пеппа, из нашего котенка что-то вытекает. Это он описался. И что, ты будешь убирать? Почему я? А я в следующий раз. Ой, котенок. Ого! Ого! Где же котенок? Ой, что это? Что это за кучи? Ой, как воняет! Ой. Ой. Какой кошмар. Неужели это все мне убирать? Такой маленький, а столько много какает. Он нам весь дом уже обкакал. Что же нам делать? Ну что, детишки, признавайтесь, вы забрали чужого котенка? Мы не хотели брать котенка, мы его на улице нашли. Нужно вернуть. Хорошо. Заберите, пожалуйста, вашего котенка. Ура, ура, спасибо, Мурка, любимая наша Мурка нашлась. Вот видите, как хорошо, что все хорошо закончилось. Котенок мой. Пойду его пугать. Ого-хо, ого-хо, я привидение тебя заколдую или съем. Лайтеры совсем уже обнаглели. А ну-ка уходите отсюда. Ребята, ребята, меня преследуют хейтеры. Они наслали на меня привидение. Какой чудесный солнечный день. Хорошо, что я пригласила друзей поиграть с нами в нашем домике на дереве. Здравствуй, Маша. Привет, Пеппа. Здравствуйте, Максим и Катя. Мы очень рады, что вы к нам присоединились. Ой, мне кажется, в домике кто-то есть. Да, Пеппа, там кто-то есть, я пойду посмотрю. Что вы хотите? Это наш домик, открывайте. Открывайте, это домик наш, почему вы заняли наше место для игр? Вы хейтеры? Нет. Уходите отсюда. Ой, какой страшный и злой. Что же нам делать? А давайте сходим к Ивану. Он умный, он нам что-нибудь посоветует. Как выгнать этого Ферамира из нашего домика? Динь-динь. Хай-хай, с вами Иван Гай. Иванушка, ты подскажи нам, что делать? У нас Ферамир наш домик на дереве занял и нас выгоняет. Ферамир боится хейтеров. Станьте хейтерами, и он уйдет из вашего домика. Хейтерами. Значит, нужно делать всякие гадости. Я первая буду делать. Один из привидений, и пойду его пугать. Ого-хо, ого-хо, я привидение тебя заколдую или съем. Лайтеры совсем уже обнаглели. А ну-ка уходите отсюда. Ребята, ребята, меня преследуют хейтеры. Они наслали на меня привидение. Ха, а я призову птичек. Курлы-курлы, гули-гули, покушайте мой хлебушек.
кар-кар, чирик-чирик. Что это такое? Какие-то птицы! Опять хейтеры наслали на меня горе неприятности, птиц! Ага, а у нас есть секретное оружие, Мурка! Мурка, вперед! Мяу! Боже мой! Совсем уже хейтеры ополоумели, они на меня... Ребята, они на меня наслали кота! Собираю вещи, ребята. Добрейший вечерочек вам всем. Наконец-то наш домик свободен. Мы можем играть теперь в домике на дереве все вместе. Какой он уютный, наш милый дом. Ребята, проходите. Я сейчас быстренько разуюсь и тоже пойду в домик. А, побежала, аж пятки засверкали. Так ему и надо. Не будет обижать маленьких и забирать чужие домики. Ребята, все-таки у нас чудесный домик. Подписывайтесь на наш канал. Смотрите наши новые приключения. Пикачу окружают, что мне делать? Я Супер Педро Кот, держи покебол. Спасибо. Алло, Сьюзи, пойдем погуляем на улице вместе. Нет, я не могу, у меня есть очень важные дела. Ладно. Дела у нее, еще подруга называется. Ой, а что это она там бегает? Она же сказала, у нее дела. Ах ты, обманщица! Ты предательница! Ты меня обманула! Ничего я тебя не обманула, ты сама виновата! Ты плохая! Ты плохая! Нет, ты плохая! Я больше с тобой не играю! Я больше с тобой не играю! Ваня, привет! Пеппа, мне некогда, я собираю покемонов! Здравствуй, Кэнди! Пеппа, я спешу! Вон там в кустах есть редкий покемон! Да что такое? Какие покемоны? Что случилось? Здравствуй, Фредди! Здравствуй, Пеппа! Смотри, у меня какая игра новая! Ничего не знаю про это! Все бегают. Да потому что сейчас очень модные покемоны. Какие покемоны? Я даже слова такого не знаю. Ну ты что? Они такие интересные, их нужно искать. Ребята, я нашел покемона. Молодец, мы тоже нашли. Ребята, здесь новые яйца покемонов. Да, и у нас. Смотри, сколько я насобирал. Вот видишь, Пеппа, мы много насобирали покемонов. Да что ты с ней разговариваешь? Да ну потому что она наша подруга. Мы будем собирать покемонов. Да какая она подруга? Она даже не хочет покемонов собирать. Пусть идет себе домой и прыгает там в грязных лужах. Ну ладно, тогда не будем с ней играть. Не надо с ней играть. Ну может вы возьмете меня с собой? Нет, мы не можем тебя взять. Нет, уходи. Уходи. Мы будем собирать покемонов. О, я чувствую сильную боль и страдания. Пеппа сейчас сильно уязвима. Отправлю-ка я свою бабочку Акуму, пусть она вселится в Пеппу. Я Паки Пеппа. Проблем хотите, вдвойне получите. Я создам вам покемонов. Я Паки Пеппа. Пика-пика. Ой, на меня нападают покемоны. Ой, я боюсь. Что такое? Бежим отсюда, покемоны настоящие. Пикачу окружают, что мне делать? Я Супер Педро Кот, держи покебол. Спасибо. Пика-пика-пика. Пика-пика-пика. Пикачу. Пика. Покемоны близко. Ой, они меня откружили, что же мне делать? Я боюсь. Держи покебол. Спасибо. Я Супер Педро Кот. Я Леди Свинка Бак, мы тебя догоним. Не догоните меня. Кидай покебол, Супер Педро Кот. А-а-а!
Ой, суперсила! Ловим бабочку Акуму! Лети, бабочка! Ну что, Пеппа, теперь ты расколдована. Да, ура! Опять у меня ничего не получилось из-за Супер Педро Кота и Леди Свинка Бак. Я еще что-нибудь придумаю. Ребята, выходите, не бойтесь. Покемоны все пропали, настоящие. Только в игре остались. Хорошо, я так рад. Да, ура! Все хорошо, что хорошо кончается. Нам и так весело гулять вместе, да? Да! Давайте веселиться, ура! 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 Нам весело и без всяких покемонов. Ребята, подписывайтесь на наш канал, пишите комментарии и ставьте лайки. Я не хочу, чтобы живот мой был пустой. А все из-за свинки Пеппы. Я издаю указ, я запрещаю свинку Пеппу. Когда всем хорошо, мне плохо. А нужно, чтобы мне было хорошо, а плохо всем остальным. Чтобы сделать такого плохого и подлого. О, дворец короля. Нужно пойти его и заколдовать, чтобы он издал какой-нибудь указ, от которого всем будет плохо. И попрошу, чтобы он запретил свинку Пеппу. Ненавижу свинку Пеппу. Все спокойно в нашем королевстве. О, похоже, к нам гостья. Здравствуйте, я король, хрю-хрю. Здравствуйте, король. А из-за свинки Пеппы в вашей казне нет денег, и скоро животы ваши будут пустые. Я не хочу, чтобы живот мой был пустой. А все из-за свинки Пеппы. Я издаю указ, я запрещаю свинку Пеппу. Ха-ха-ха. Что ты плачешь? Так меня запретили. И я не знаю, что мне теперь делать. Мне нельзя, чтобы меня звали Пеппой, свинкой и показывать свое лицо. Да, какой кошмар. А что нам теперь делать? Нам теперь что, нельзя играть игрушками со свинкой Пеппой? Ребята, что происходит? Нас запретили, полностью запретили нам показывать свои лица и называться по имени. Но это вообще безобразие, нужно с этим разобраться. Пойдемте, волшебницы. Здравствуй, волшебница, помоги нам, пожалуйста, сделай что-нибудь, придумай. Ну хорошо. Ой, какая красивая Сьюзи получилась. Жаль, что пыльца у меня закончилась. И я нечаянно сделала не одну, а сразу целых две Пеппы. Одна беленькая, а другая черненькая. И я не знаю, какую выбрать. Они мне обе очень нравятся. Ребята, помогите. Напишите в комментариях, какая Пеппа вам нравится больше. Беленькая или черненькая? Подписывайтесь на наш канал, пишите комментарии, помогите выбрать беленькая или черненькая Пеппа. И еще, кто умеет рисовать, вы тоже можете нарисовать и оставить свои рисунки в группе. Ссылка будет под видео.